Вашого складу Верховної Ради та уряду відкриває можливості для конструктивної співпраці усіх правительств України. Головним принципом нашої зовнішньої політики має стати відстоювання національної гідності. А ключовою відповіддю на нові виклики світової економічної кризи – злагода та згуртованість українського народу. Упевнений, ми здатні об'єднатися заради нашого спільного щасливого майбутнього. Бо ми – єдиний народ. Ми – велика країна. Бажаю кожній родині здоров'я, здійснення мрій та сподівань. Хай у ваших домівках завжди панують мир та добробут. З Новим роком! Блін, я не відкрила самбуку, йо! Нихрена я не успею. Блин, ну неужели мое желание тогда не сбудется? Если бы с колой. С кока-колой, может быть. Я хер его знает. Заебись! С Новым годом! Всех поздравляю своих подписчиков с Новым годом! Вот. Блядь, заебись. Вообще тупо ничего не успела. Ебануться. Короче. У меня будет не в 12 часов подожги. У меня 2013 год. 1 января уже. Я немного проспала. Вернее, немного нормально проспала. Я не загадала эти свои желания. Ничего не подожгла. Я открыла шампанское, которое у меня так и стоит на балконе. Вообще, я пью только колу. Но, выпью еще что-нибудь, но позже. Я хотела бы вам пожелать, дорогие мои подписчики, только лучшего, чтобы ваши мысли были реализованы, чтобы вы верили только в себя. И даже если у вас есть какая-то мечта, но нет шансов, или шансы совсем там 10 из 100%, все равно верьте, все равно добивайтесь. Все равно не теряйте никакого времени и цените каждый день этой жизни, каждый день. Не тратьте его попусту, просто вы что-то делайте. Доверяйте и полагайтесь только на себя. С Новым годом! Теперь я пожелаю, наверное, одного. Я хочу, чтобы в этом году у меня были нормальные соседи сверху. Нормальные соседи. Чтобы... наконец-таки выкупили эту конченую квартиру на 8 этаже. Приехали нормальные люди. Если вы вдруг захотели купить квартирку, то я вам очень буду благодарна. И очень вам советую, если вы все-таки вменяемый нормальный человек. Если вы даже курите, но вы бросаете пепел в пепельницу, а не вниз на подоконник и соседям ниже. Если вам плохо, вы сильно перепили и вы идете блюете в туалет, а не сверху. Вниз. Если вы знаете, что такое кран, покрутить влево-вправо, выключить. Если вы не склерозны, и вы не будете нас топить, как делают эти все уроды соседи, по 5-6 раз за год, то я вас очень прошу, выкупите нахрен эту квартиру, этой квартиранке. Потому что сил моих уже нету. Они нас в этом году затопили уже 5 или 6 раз. Они нас топят в ванной, в туалете, на кухне. Я с ними хожу разбираюсь, они извиняются, говорят, что все исправят. В итоге исправляются через какое-то время, через несколько месяцев. Опять та же херня случается. Вот так и живем, короче, хреново. Хотелось бы очень, чтобы мой папа был Филипп Бедросович, а чтобы мой дедушка был Владимир Вольфович. И все, если бы я с ними пришла к этому соседу, этот сосед бы лично бы сделал мне ремонт. Всех в 3 местах. Сука, еще бы извинялся. Более, ну у меня нет такого папы и нет такого дедушки. А меня никто не слушает. Короче, все печально. Ох, я уже не знаю, каким стиль, как с ними разговаривать. Не знаю, может быть, кто-нибудь мне даст совет нормально. Еще что хотел сказать, так как
Я выложу видео на YouTube два раза в месяц, в начале и в конце месяца, то это видео я выложу в начале месяца, поздравительное, как-никак, с Новым годом, моих любимых подписчиков. Вот, следующее видео мое будет феерическое опять, я буду что-то так тут придумывать, понакупляла всякую фигню, тоже буду с огнем. Через 10 минут я это буду устраивать, боже, я уже так боюсь, не знаю, я переживаю уже капец как. Вот, я надеюсь... Вы мне все пожелаете удачи. Я сама в себя верю. Я верю, что у меня все получится. Сейчас я буду загадывать свое желание. Пофиг, что оно, блин, ровно не в 12 часов. Ровно не по времени. В общем, всех с Новым годом!